10 баллами она занимает предпоследнее место. Прямо перед Анжелой Максвелл. И далее на льду Полина Шелепень, которую выводит Дерри Тутберидзе и Игорь Пашкевич. Каждый что-то успел объяснить Полине перед ее половецкими плясками. Давайте смотреть же. Ну, как вы уже поняли, в досье небольшая путаница. На произвольном танце, на произвольной программе написано «Адажио», на короткой половецкой пляске. Вот я и купился. Под оригинальную обработку, ну, я бы сказал, под оригинальную вариацию на тему Томасо Альбинони каталась сейчас Полина Шелепень. С большим удовольствием исполнила эту программу. Довольна тем, как отпрыгала. А я думаю, что Игорь Пашкевич, как человек с песучным образованием, который также работает специалистом, думаю, считает, смотри, с секундомером стоит прямо возле бортика. То есть, прямо как все танцоры сейчас замеряют секундами все, что происходит. Я думаю, что Игорь Пашкевич, считая обороты во вращениях Полины Шелепень, наверняка где-то не досчитался этих оборотов. Если судьи будут благосклонны, то будет благосклонная оценка за
вращение в каскад из двух тройных. Кстати, впервые в этом сезоне она это делает, ну, по крайней мере, на этапах серии Гран-при. На предыдущих она прыгала 3-2-3-2. В короткой программе, я, конечно, имею в виду. Здесь исполнил 3-3. Ну, а там уже что получится с оценками для этой талантливой фигуристки. Там еще флип, пожалуйста. Тоже все чисто. И абсолютно не выглядят эти прыжки какими-то недокрученными. Все очень четко. К прыжкам не придерешься. Молодец. Чувствует музыку, держит паузу. Довольно. До ума помрачения. Да, очень. Полина самый красивый. Я в костюме. Я в три раза старше. И получает 59 баллов. Это на 5 баллов лучше, чем ее personal best, полученный на турнире в Будапеште. Ну, кстати, вот на турнире в Будапеште, где она каталась, у нее только в одном вращении в заклоне ей поставили третий уровень, остальные у нее были четвертого, но у нее там были минусы на флипе и каскад, соответственно, лутс двойной тулуп.